Между тем, у 23 казахстанцев из 100 в собственности есть автомобиль. Данные приводит бюро нацстатистики. При этом наиболее обеспеченные личным автотранспортным средством жители Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областей. А больше всего автовладельцев в Алматинской области. Это почти 501 тысяча транспортных средств. Чуть меньше их в Алматы, порядка 500 000, а в столице свыше 300 тысяч. К слову, в августе казахстанцы поставили на учет более 98 тысяч авто. Это почти на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По дорогам же страны колесит свыше 5 000 000 авто. Основная часть, а это почти 88%, приходится на легковые транспортные средства.